спросили, как отношусь к церковным крадунам. Ну, имеет в виду, кто в церквях ворует. Я просто знаю их. Золотари звали, короче, золотари. И с ними воры никогда отношения не имели. И наоборот, если такого выявляли, то наказывали строго, короче. Потому что святыни никогда неприкосновенны. И то, что свято для людей, оно неприкосновенно. Как иконы, это пожертвования церковные и прочее, прочее. Это все неприкосновенно было для воров. И позор, если кого-то золотарем обзовут, он будет ругаться, короче, караул. Ну, я знаю, что против этого были все воры, против тех, кто церкви обкрадывает. И их наказывали, если он вор или заявлял о себе как о воре. Наказывали очень жестоко, очень строго. Ну, им никому не прощали. А если там он начнет бычить, что-то доказывать, что-то свое гнуть, то могут и зарезать.